На севере сектора Газа израильские войска обнаружили тела еще троих заложников, похищенных 7 октября прошлого года. Сербские политики и их сторонники критикуют принятую в ООН резолюцию о дне памяти геноцида в Сребренице. Ультраправая фракция в Европарламенте исключила из своего состава партию «Альтернатива для Германии». Причина – серия скандалов вокруг члена АДГ Максимилиана Краб. В Брюсселе состоялись дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Обсуждалась в основном перспектива проникновения во власть ультраправых. Представители израильской армии обнаружили тела еще троих заложников, похищенных палестинскими боевиками 7 октября. По данным СМИ, их нашли в районе Джебалии на севере сектора Газа, примерно там же, где 3 дня назад было найдено еще несколько тел. На этом фоне израильские войска продвигаются к центру города Рафах, не прекращая отдельные операции в других районах и на окраинах. Из Рафаха, по израильским данным, эвакуировано уже более 1 000 000 человек. Продолжаются действия на западном берегу Иордана. В четверг израильские правозащитные организации опубликовали кадры рейда в пекарне в Рамаллахе. Сообщается, что там искали подростков, кидавших солдат камни. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что есть новые планы и касательно Северного фронта, границы с Ливаном, где продолжается конфликт с группировкой Хизбаллах. Однако деталей глава правительства не раскрыл. В самом Израиле новые антиправительственные протесты с требованием освобождения заложников, которые остаются в секторе Газа уже почти 7 месяцев. В Подгорице тысячи человек пришли к зданию правительства Черногории в знак протеста против того, что представители страны поддержали резолюцию ООН о геноциде в Сребренице. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что большинство стран ООН, 107 государств, не поддержали резолюцию, проголосовав против, воздержавшись или вовсе не участвуя. Противники документа заявляют, что резолюция навешивает на сербов ярлык единственных виновников преступлений, совершенных во время Балканских войн. Страны, поддержавшие проект, отмечают, что никаких подобных указаний документ не содержит. Напротив, предложенная Черногорией и одобренная поправка подчеркивает, что ответственность за геноцид может быть только индивидуальной. De la journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica, une occasion de travailler à la réconciliation des mémoires sur la base du respect et de la solidarité envers toutes les victimes. В четверг на Генассамблее ООН резолюцию поддержали 84 страны, против проголосовали 19, воздержались 68, остальные в голосовании не участвовали. Документ устанавливает 11 июля днем памяти и размышления о событиях в Сребренице, жертвами которых стали более 8 тысяч человек. Резня в Сребренице признана геноцидом Международным трибуналом в Гааге и Международным судом ООН. Ультраправая фракция в Европарламенте «Идентичность и демократия» исключила из своего состава всех депутатов от популистской партии «Альтернатива для Германии» АДГ. В ходе голосования, которое инициировал глава парламентской группы Марко Дзанни, было собрано необходимое количество подписей. Причиной такого решения стала череда скандалов, в которые был вовлечен главный кандидат от АДГ на выборах в Европарламент Максимилиан Краб. Во фракции заявили, что серия инцидентов нанесла удар по репутации и сплоченности группы. В начале мая Федеральная прокуратура Германии провела обыски в офисе Максимилиана Кра в Европарламенте, поскольку бывший помощник Кра попал под подозрение в шпионаже в пользу Китая. В недавнем интервью итальянской газете «Република» Кра признался, что не считает правильным автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС. В АДГ заявили, что приняли к сведению решение фракции, но отметили, что с оптимизмом смотрят на предстоящие выборы. На фоне скандалов Кра лишился должности члена Федерального правления АДГ. Руководство партии запретило политику вести предвыборную кампанию. Не менее 7 человек погибли в результате массированного удара по Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Еще как минимум 20 получили ранения. Основной удар российских войск пришелся на типографию «Виват». В здании начался пожар, погибли находившиеся внутри сотрудники. Армия РФ также атаковала транспортную инфраструктуру и коммунальное предприятие в Харькове, а также Золочев, Люботин и Дергачи. Тут великие предприятия, это фактически типография, абсолютно цивильная, никаких
військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. 9 ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову. Ще 3 удари по населеному пункту Люботин, це Харківський район. Значить, по місту Харкову 2 райони Холодногірський та Основ'янський. Президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки с другой стороны границы. «Это слабость мира», — написал Зеленский, очевидно намекая на то, что США так и не дали разрешения использовать свои ракеты для ударов по российской территории. В четверг «Нью-Йорк Таймс» написала, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Белый дом позволить ВСУ наносить удары по России американским оружием. В начале мая разрешение использовать для этого британские ракеты дал Лондон. А пока Украина продолжает прибегать к беспилотникам. Как пишет «Украинская правда», в четверг дроны Главного управления разведки атаковали объекты ВПК в Татарстане. Не менее 4 человек погибли, более 20 пострадали в результате обрушения здания в одном из самых популярных у туристов мест на Майорке Плая-де-Пальма. Трагедия произошла около 8:30 вечера. Местные СМИ сообщают, что обрушилась терраса ресторана, где в этот момент было много посетителей. В числе погибших – двое туристов и швейцар заведения. Экстренные службы сообщают, что 7 раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 9 – в серьезном. Один из спасателей в интервью испанскому изданию «Ультима Ора» описал ситуацию как кошмарную. Причина обрушения пока не называется. В Иране похоронили президента Исламской Республики Ибрахима Раиси, погибшего в воскресенье в авиакатастрофе. Он упокоится в своем родном городе Мешхед, в почитаемом мусульманами-шиитами мавзолее имама Резы. Кроме Раиси, на борту потерпевшего крушение вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдаллахиан и еще 6 человек. Власти считают, что причина трагедии – плохая погода, из-за которой вертолет совершил жесткую посадку в горах на границе с Азербайджаном. Во всей стране объявлен 5-дневный траур. Накануне на улицах многих городов Ирана собрались сотни тысяч людей, пришедших попрощаться с погибшими. Траурную процессию в Тегеране возглавил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Он преклонил колени перед останками жертв и назвал Ибрахима Раиси мучеником. Многие в Иране считали погибшего президента преемником 85-летнего Хаменеи. В Брюсселе состоялись последние перед европейскими выборами дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Представителей ультраправых партий на них не было. Тем не менее, перспектива их проникновения во власть стала главной темой обсуждения. Лидеры избирательных списков самых крупных пока парламентских фракций спорили о том, нужно ли им сотрудничать с ультраправыми европейскими консерваторами и реформистами. Нынешняя глава Еврокомиссии, правоцентрист Урсула фон дер Ляйен, сказала, что одна из этих консерваторов, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, соответствует двум критериям возможного партнерства. Against Putin, she's been very clear on that one, and pro-rule of law, if this holds, and then we offer to work together. За такие слова фон дер Ляйен подверглась резкой критике со стороны ведущего кандидата от социал-демократов. Николас Шмидт заявил, что консерваторы и другая ультраправая группа «Идентичность и демократия» не имеют ничего общего с европейским проектом. I wonder what is pro-Europe for you, because I heard Mrs. Meloni at this Madrid conference making a speech, and I cannot imagine that her idea of Europe is the same you have. But we need clarity. The same thing applies to pro-rule of law, and this is essential. Without pro-rule of law, there cannot be a union. Немка Терри Рейнтке от «Зеленых» оказала давление на кандидата от либеральной партии «Обновляя Европу» итальянца Сандро Гоцци по поводу партии «Свобода» Герта Вилдерса, которая готова войти в правящую коалицию с ультраправыми в Нидерландах. I'm sorry to say, Mr. Gozzi, but I cannot let you off the hook so easily. And honestly, you cannot just tell us that you are going to solve this after the election. Have an extraordinary group meeting and expel VVD from your group. We are concentrated on the 9th of June to win this election. And Valeria Ye, our president of the group, has been very clear on the 10th of June, we will have a clear debate and we will discuss democratically like any group should do. Certainly, it won't take us years to decide about this, like it took years to the EPP on Orban. Ведущий кандидат от левых партий Вальтер Байер сделал упор на необходимости установления социальной справедливости. В противном случае ультраправые возьмут верх.
I strongly believe that the core of the problem of the far right is the social question. And unless we give dignified lives, decent housing and secure jobs to the people, we will not be able to defeat the far right in Europe. Идентичность и демократия и консерваторы не участвовали в дебатах, потому что они не выбрали ведущих кандидатов в своих избирательных списках. Но все это часть демократического процесса. По данным суперопроса Евроньюс, на выборах в Европарламент победят консервативные силы. Европейская народная партия имеет все шансы подтвердить свое относительное большинство. При этом, как предполагает центр опросов Евроньюс, крайне правые и ультраконсервативные силы могут добиться больших успехов во Франции, Италии, Нидерландах и Румынии. Либерал-демократам данные опросов прочат болезненное поражение, в то время как исход событий для левоцентристов кажется более неопределенным и варьируется в зависимости от страны. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца, например, занимает третью позицию в своей стране, отставая на одно место от крайне правой альтернативы для Германии. Но при этом, несмотря на вероятный успех на выборах, консервативные силы, похоже, разделены. Многие члены Европейской народной партии являются либо федералистами, либо решительно проевропейскими. Но это не относится ни к группе европейских консерваторов и реформистов, ни к группе идентичности демократия. Коалиция плюс правоцентристов и крайне правых рискует распасться из-за разногласий по вопросам основных европейских принципов и стратегий, таких как зеленая экономика, верховенство закона или общая европейская оборона.